Мы верим, что танцевальная сфера может быть престижная, вдохновляющая и может быть примером для всех сфер внешкольного образования. На успех в жизни каждого проекта, каждого человека влияют две вещи. Я это называю правило 2О. Первое О – это образование, и второе О – это окружение. Все очень просто. Для того, чтобы расти, знания нужно получать и применять, и также важно окружение. То окружение, которое подталкивает тебя вперед, и дает тебе возможность развиваться. Именно для этого мы создали авторский курс «Be Profi, Be Happy». Все очень просто. Будь счастлив и будь профессионалом. Две вещи. У нас сегодня, да, получается, оканчивается тренинговый центр, не тренинговый, Be Profi, Be Happy. Расскажи, что вообще, какие ощущения вот сейчас в голове, какие мысли, вот можно все, что хорошее, что плохое было. В принципе, интересного было много, крутого было много. Единственное, не хочется, чтобы это заканчивалось. Ну, я уже в который раз очень довольна не тренинговым центром, потому что это все проходит в такой атмосфере, не когда мы приходим именно учиться, и все, сели за парты. Да, вот нет вот этого всего, когда боишься неправильно ответить. На курсе Be Profi, Be Happy у нас есть общий поток, то есть это знания, которые получает вся команда. И также у нас потоки делятся отдельно для педагогов, конкретно по профильным знаниям, и для команды админчиков, вот, где каждая команда получает свои профильные знания. С чем вы ходите? Вот, какие мысли, какие чувства, эмоции, что забираете с собой? Я забираю с собой очень много информации, узнала в этот раз. Буду обязательно все применять. Я в шоке. Я вообще не ожидала, что вот так могут о тебе переживать в компании, с которой ты работаешь, что так могут относиться к сотрудникам, что вот так вот задумываться над их развитием. Это вообще просто было великолепно. Забираю классных друзей, людей, эмоции забираю. Все навыки, которые мы получили, применять не только в компании, в школе, но и в жизни. Это очень важно будет. Мы верим, что в основном на успех человека влияют именно его софт-скиллы. Это его личностные навыки и межличностные навыки. Именно поэтому на Be Profi, Be Happy, кроме профессиональных тем, так много тем по психологии, по уверенности, по софт-скиллам, по принятию себя, по принятию других, по клиентолояльности, по любви к клиенту, по любви к себе. Это все про софт-скиллы. Посещала почти каждый день. Расскажи, как это? Тяжело, не тяжело? Это не тяжело, если ты хочешь это знать, если ты готов к знаниям, это, в принципе, легко. Хочется два денечка отдыха, просто полежать, а потом порхать. Все, начинаем лежать прямо сейчас. Важно в знаниях, формула, которой мы пользуемся в All Stars, это 4P. То, что знания нужно в начале получить, знания нужно понять, знания нужно передать другим, и четвертый шаг – это знания нужно применить. Как у тебя проходила подготовка? Были за пары или все вот так прямо? Но у меня была супер команда, которая мне в этом помогала. Это Настя Зизюлина, это Женя Безверхняя, это Алина Кучеренко. И девчонки очень помогли, и благодаря им у меня все было на фане и легко. Провели вместе время. Какие сейчас мысли, эмоции, чувства? Поделись, ты как
такой большой участник этого проекта. Мне было очень интересно с ребятами делиться своими знаниями. Мы вместе делали разные тренинги. И еще я давала ключи, как вот с психологической точки зрения, как какой тренинг воздействует на детей, как им правильно это подавать, чтобы им было комфортно. И ребята с такой жадностью, с таким интересом воспринимали информацию. Это было здорово. Вот. И я знаю, что многие тренинги вот они уже делают с этими ключами, у них получается. И это самое главное. Мы меняем представление о танцевальной сфере, о танцевальной индустрии. И важно понимать, что танцевальная школа – это не только про танцы, это намного больше. Это про развитие личностных качеств каждого ученика. Это про его навыки и умение коммуницировать с другими детьми, с окружающими. И это также про еще сильнее сплочение родителя и ребенка. Именно про это танцевальная сфера, именно про это танцевальная педагогика. Про развитие личностных и межличностных качеств в каждом ученике и сплочение его с родителем. Я хотела сказать огромное спасибо всем организаторам, кто был причастен к этому проекту, всем, кто давал лекции, всем спикерам, которые у нас были. Спасибо Саше, спасибо Алина, приглашенные гости. Также хочу сказать спасибо всем участникам, которые приходили, кайфовали, получали много полезной и новой информации. Всей команде, которая работала над Бипрофи. И вообще нашей танцевальной школе, потому что это MyFam, и я люблю это место. Всем спасибо! Конец!